И сегодня же Александр Цибульский встретился с главными врачами медучреждений Поморья по видеосвязи. Отмечено, возникают перебои с поставкой востребованных препаратов, но ситуация не острая. Примерно в 2,5 раза выросло число тех, кто обращается в поликлиники с симптомами ОРВИ. Это требует особой логистики. Все необходимые эпидемиологические условия внутри организации для приема пациентов с ОРЗ. Это отдельное отделение с отдельным входом, с отдельной регистратурой и отдельными врачами и средним персоналом. Поэтому пересечение потока внутри организации не происходит. Если какие-то идеи возникают, пожалуйста, позвоните в министерство. Можете мне напрямую в любое время звонить, я доступен для вас 24 часа. Это не пустые слова, я действительно вас об этом прошу. И давайте мы вот все передовые какие-то сегодня начнем. Значит, передовые идеи, передовые методы, которыми пользуются коллеги в мире и в стране, постараемся применить у нас. Говорили и о ситуации на юге области. В Котласе планируют развернуть дополнительный ковидный госпиталь на 100 коек.